Всем привет, дорогие друзья! Это видео я буду снимать на телефон. Я не знаю, как меня видно. Почему? Потому что я хочу использовать фокусное расстояние увеличения. Эх, чуть-чуть поздно начал. Даже, честно говоря, сегодня пропустил атомную электростанцию бывшую. Не успел поснимать, и поэтому, верите, нет, первое видео по сценарию с текстом. Так, сейчас я увеличу. Погнали. Увеличение должно быть. Я сегодня снимаю на более хорошей съемке. Вчера я говорил на стриме про остатки моста, разрушенного во время Второй мировой войны. Надеюсь, видно. Пытаюсь настроиться. Так, поехали, расскажу и буду показывать. Ветерок, простите за это. Так, смотрите, основная цифра. 10 марта 45 года, 1945 года, отступающим войсками вермахта мост Ранбабина был взорван. Вот его остатки, вот его опоры. Должны быть видны на видео. Вот передняя опора здесь видна. И на той стороне сейчас буду поворачивать. То есть мы сейчас находимся в районе города Везель. Поехали, будем проезжать, буду снимать. Первый мост через Рейн в районе Везеля был открыт 27 июля 1917 года. Этот мост получил свое имя в честь известного немецкого политика, государственного министра Пруссии и обер-президента Рейнской провинции Георга фон Ранбабина. Этот мост был из стальных балочных ферм общей длиной 510 метров. Ширина основного пролета составляла 150 метров. Вплоть до 1936 года, когда был открыт мост в Неймегене, Везельский мост оставался самым северным автомобильно-пешеходным мостом через реку Рейн. Мост Ранбабина был взорван 10 марта 1945 года отступающими войсками вермахта. Уже к концу мая 1945 года силами военнослужащих британской армии на опорах взорванного моста был сооружен деревянный мост, который получил название моста Монтгомери. Здесь была так называемая операция разграбления, что ли. Я читал сейчас на Википедии, но там нету ссылки на русскоязычный текст, поэтому очень корявый, кошмарный перевод, поэтому я даже не стал его распечатывать и читать. Просто общее название. Так, извините, конечно, дико ветерок. Вот эти опоры. В свое время где-то тут снимал, фотографировал. Поставил на Ultra High Digital, или как, Ultra High Definition разрешение, самое лучшее на телефоне, которое есть. И поснимаю. Вот с этой стороны опоры. Понимаю, что на камеру GoPro было бы лучше. Приблизить. И вот с той стороны я стараюсь спрятаться от ветра, но это не получается. Блин, простите, понимаю, что будет шумно. И вот с этой стороны, вот, в принципе, мы въезжаем в город, в сам город Везель. Общие планы, картинки поделаю. Кошмар, ветер, конечно. Вот с той стороны опоры, и вот с этой стороны кусочки опор, остатки. Сейчас будем проходить, поснимаю здесь, все давно хотел поснимать, остатки опор, и будем проходить основной мост. Вот этот старый мост, который был открыт в 1917 году, который был разрушен 10 марта 45-го, и на его опорах был возведен мост Монтгомери. В 45-м году для продвижения сил коалиции, для продолжения наступления. Да, конечно, зумом получше будет все видать. Вот здесь опора одна видна, дальше не знаю, дальше там лес, лесок,
вот здесь вот можно наблюдать линии опор. Шесть часов уже с этой баржой едем, не знаю, догоняем, то отходим от нее, то догоняем, то отходим. Так, заодно картинки показываю. Вот сам город. Где-то у них какая-то еще самая высокая тут в районе радиомачта расположена. Вот та не знаю. Там еще где-то на подходе была. Длинная палка стояла такая. А, вон она. Она, не знаю. Ведь только что не было ветра, было так прекрасно, все красиво и хорошо. Вот опять и задул. Ведь прямо в правый борт. А как раз с этой стороны расположены опоры при проходе вверх по реке. Вот так вот оставлено. Я думаю, что в назидание потомках для меня, когда я первый раз их увидел, то для меня, в принципе, я сразу вспомнил остатки, как вам сказать, остатки этих осколков, следы осколков на колоннаде Исаакиевского собора или, допустим, остатки взрывов и осколков на стенах Брестской крепости. Вот для меня такой же как бы повлиял, такой же эффект оставили, такой же эффект повлиял остатки этого моста. Длинные, да, длинные не стали убирать. Вот сейчас все, мы уже удаляемся. В принципе, внешний вид показал все, что хотел, рассказал. Сейчас погода. Надеюсь, камера передаст. Так, что у нас получается дальше? То есть мы про это рассказали, про остатки моста. Город Везель. Так, в 1950 году началось сооружение постоянного моста. И так как из-за недостатка финансирования новый мост сооружался все на тех же опорах моста Рейнбабина, про который я говорил, был разрушен в 1945 году. И восстановлен деревянный мост, и вот на его основе стали сооружать постоянный мост. Но при этом длина основного пролета была увеличена до 340 метров. Мост представлял собой комбинированную конструкцию. Основной мост состоял из стальных балочных форм, а подъездные эстакады были выполнены из предварительно напряженных железобетонных балок. Мост был открыт для движения 18 июня 1953 года. Вот, и поехали, вот мы подходим. Строительство нового вантового моста началось в мае 2005 года. Мост строился параллельно существующему мосту, ниже по течению. Мост был сдан в эксплуатацию 30 ноября 2009 года, на 4 месяца позже запланированного срока. Да, 30 ноября 2009 года. Затраты на строительство составили 44 миллиона евро. Вот. Информацию. Так, что у нас получается? Информацию я по тому мосту не нашел. Информацию, когда был тот мост, разобран, я и не нашел. Поискал, не нашел. Вот, то есть получается параллельно в свое время функционировали два моста. Старый и новый. И впоследствии этот мост был разобран. Очень, конечно, как это для меня монументально, шедеврально, так как бы даже не знаю, как объяснить, но очень, очень интересен этот факт. Я специально лоцман тут потряс, чтобы подготовиться, когда мост будет. Как я уже говорил, с утра пропустил бывшую атомную станцию. Сейчас как парк, надеюсь, в светлое время пойдем мимо нее. Я ее засниму. Также подготовленный текст и про нее.
солнце, не было ветра, можно было на улице поснимать. Но ветрище такая, я надеюсь, видео получится нормальным. Жалко, что если будет испорчено и смазано ветром. И вот сам новый мост. Визельский мост. Опоры старого моста уже снимать не буду, мы уже отошли далеко, уже в принципе им отдано было время, так сказать, эфира, поснимали и рассказали. Вот у меня текстик даже подготовленный. Накидал с интернета, с разных источников, но не нашел, когда... Вот единственное, что не нашел, попробую еще поискать для себя, когда старый мост был разобран. Нельзя не выйти на улицу поснимать, но ветер и опять пошел дождь, морось. Красивый большой мост. И исторический факт про этот район. Я думал, это видеоискажение, а это нет. Это мост так сделан. Уширение такое. Может, его повело? Нет. Сначала думал, что это камера. Камера. Не видно, дождь идет, морось летит. Такие вот факты, исторические факты. Не буду показывать свое сонное лицо сегодня. Ночью боролись с радарами. Пришлось останавливаться. В 3 ночи только ушли. Ну так, нормально, выспался вроде. Но все равно. В других видео можно посмотреть мою физиономию. Поэтому буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Вот такое экспериментальное видео. Со сценарием. Кто первый раз на канале, подписывайтесь, поддержите. Также ставьте лайки, пишите комментарии, если понравилось. Хочу еще поснимать пару таких видео в этом рейсе. Всем спасибо, всем пока.